У каждого сезона есть своя мелодия, музыка, которую чувствуют и дарят горожанам на протяжении многих лет артисты концертного оркестра «Абакана». Весной этого года традиционная программа буквально пронизана признаниями в самых нежных чувствах к аудитории, к милым дамам. А у каждого инструментального номера своя подача и вокальное сопровождение. Одним словом, все про любовь. Уже в штате появились вокалисты, и мы на полном основании сегодня уже... 5 вокалистов будут у нас участвовать в концерте, покажут свое мастерство. Из них тоже и молодые, и более опытные коллеги. Мы постарались максимально приложить все усилия, чтобы сегодня выдать хороший результат. Но программа сложная, конечно же, и она и вокально сложная, и у нас там будут большие концертные инструментальные номера, тоже очень сложные, они динамически сложные, и переходы, связки. И, конечно, все волнуются, мы тоже, конечно, в очередной раз волнуемся, чтобы у нас все замечательно получилось. Несмотря на волнение, мэтры справились с задуманным. В Абакане праздник весны и любви. Хочется пожелать, прежде всего, нашим женщинам, нашим любимым, дорогим, здоровья, красоты, ну, конечно же, однозначно любви, но и, конечно, хотелось бы долголетия всем нашего сибирского здоровья. Константин Аникин, Андрей Аралов, новости.